Впервые встречая День Победы, наша страна будет в период пандемии. Но несмотря на то, что Парад Победы перенесли, наш долг – создать праздник для каждого ветерана 9 мая. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев. В крае сейчас проживает 2072 участника Великой Отечественной войны. В Славянском районе 75-ю годовщину Победы вместе с нами будут встречать 37 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Каждому из них домой приедет творческая фронтовая бригада на полуторке, ставшая одним из символов военного времени. Коллективы артистов и волонтеры выступят с небольшой театрализованной постановкой во дворах ветеранов при строгом соблюдении мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Таким образом, ветераны получат персональное поздравление с великим праздником – Днем Победы.